Видеоролик, я тебя хочу разыграть нового хьюч питомца. Если что, ребята, этот новый хьюч питомец вышел только что в новом обновлении, так что если ты хочешь его получить, обязательно ставь лайкосик, подписывайся на мой канал и обязательно зайди в мой дискорд сервер, потому что там каждый день проходят новые конкурсы. Ну а тебе приятного просмотра. В этом видеоролике спрятан секретный промокод на вот такого бесплатного хьюч эльфа. Если ты найдешь этот промокод в течение этого видеоролика, то пиши мне в дискорд, я тебе выдам этого хьюч эльфа. Первый напишет, он найдет этот промокод, тот и первый получит вот такого хьюч питомца. Хочешь много робоксов на аккаунт? Тогда тебе на RBX Camp. Здесь ты сможешь купить всего лишь за 100 рублей 315 робоксов. Это очень приятный курс. Также у них есть своя дискорд группа, где регулярно проводятся конкурсы на очень-очень много робоксов. Ну а если у тебя еще есть остались вопросики, тогда тебе на их группу. Все ссылочки на RBX Camp в закрепленном комментарии. Ну и вот это у нас уже вышло новое обновление в Plant Simulator X. Я тебе сразу же расскажу, ребята, способ, как просто выбить нового хьюч питомца, просто совершенно быстренько его получить, ребятки. Так, что у нас вышло? Валентин Ивент, Валентин Ария, Валентин, новая, в принципе, валюта, новые питомцы, новые яйца, также Скавенгер Ек Хант, новый ивент Рарити, апдейт телепорт меню, новый хедж анимация, новый мем эксклюзив питомчики и всего много и чего интересненького. Так. Так, смотрим, ребята, давайте сейчас сразу же посмотрим. Блин, смотрите, шопа. Так, стоп, мы можем открыть, кстати, стоп. Эй, что все у нас залагало? У нас, а, стоп, опа, ребятки. Так, смотрим, что мне выпадет. Давай, открываем и... Опа, барыдер, там вот такая новая анимация. У нас, короче, партия Аксолотли выпал. Все очень прикольненько, ребятки. Такой вот Аксолотли у нас. Смотрите, ребята, так что у нас, короче, новое яйцо. Давайте, думаю, купим, да? Думаю, одну штучку можно и купить, рядом потратиться и посмотреть, что нам выпадет. Так, давайте. А прикольно, или это сейчас хьюч питомец выпадет, или там, например, Титаник. Давайте сейчас, короче, это покупаем. Так, все, мы купили, да. Так, все, мы купили одно яичко. Открываем одно яйцо, смотрим, что нам выпадает. Так, давай, анимация. Давайте так сделаем. Так, пожалуйста, питомец. И... Ай-яй-яй. Мне, короче, ребятки, выпала вот такая вот, в принципе, прикольная... Ну, питомчик вот такой прикольненький. Эх, я думал, что хотя бы хьюч питомец нам выпадет. Давайте, ребята, что ли, еще одну купим, потому что, ну, мне понравилось открыть, ребята, так, открытие мне понравилось. Давайте сейчас еще попробуем одно открыть яйцо. Так, давайте открываем его. Так, все, открываем, давайте еще придумаю, сейчас еще одно откроем. И, пожалуйста, хьюч питомец, пожалуйста. И, так, и кто это мне выпал? А, Попкэт, ребятки, мне выпал Попкэт. Ну, в принципе, даже он прикольненький, ребята, так же выглядит. Кстати, Попкэт это почти... Да, это последний, кстати. Давайте посмотрим, они дают ли поинт? А, да, сколько даже не поинтов дают? Так, смотрим. По 3 поинта, думаю, 1 поинт. Ну ладно, ничего страшного, очень-очень прикольненько. Давайте так посмотрим. О, кстати, ребят, смотрите, нам даже вот рандомные монетки дают вот эти вот, в принципе, это как его, новую валюту. Давайте сейчас, короче, пойдем в новый ивент, и я вам расскажу, как можно будет быстренько фармить вот эти все монеточки, вот эти вот все. В принципе, у нас прикольная локация вот такая вышла, ребятки. Вот так вот, в принципе, такие питомчики. И в этом ролике я тебе расскажу, как можно вообще очень-очень быстро вот это, в принципе, у нас получить вот это, в принципе, как там его называют. Ну, в принципе, вот хьюч купит корги. Это очень-очень прикольненько. И вот такие вот, в принципе, делички. Давайте сейчас вам, в принципе, расскажу, как можно. Кстати, вот, как видите, у нас все изменилось. Давайте сейчас пройдем просто в Doodle World, последнюю локацию. Так, давайте телепортируемся. Так, все телепортируемся. И посмотрим, сколько мне тут будет давать. Ага, ребят, я очень-очень долго ломаю. А почему? А вот, видите, ребята, 4 миллиона. Так что, а давайте посмотрим, там, смотрите, вот последняя локация, да. Сколько я буду получать? Вот с одного сундучка. А давайте даже вот так сейчас просто соберем, это сколько я буду получать? Так, ага, у нас очень-очень мало собирается. По 1 миллиону всего же собралось. Так, давайте посмотрим. Смотрите, 14 миллионов, но, ребята, я думаю, это вообще что-то нечто, да? Это вообще фигня. Я думаю, лучше вот эти вот фармить. Давай посмотрим, сколько нам будет за это давать. Так, смотрим. А сколько нам будет давать за вот эти вот, ребятки? Так. Давай. Вот 18 миллионов, кстати, это даже очень-очень хорошо, даже очень прикольненько, ребят. Я думаю, вам, смотрите, что вам лучше сделать. Просто вот pet single, ставите вот так вот, ребят, ставите сюда, ребятки, сюда. Вот, в принципе, на все вот такие вот, ребята, коины просто ставите вот, в принципе, вот так вот, ребятки. И просто, смотрите, просто будете вот так вот бегать, да? И вас будет, короче, фармить. Давайте сейчас сюда отправим, сюда чуть-чуть отправим, сюда отправим, сюда отправим. Так вот, все. И пусть, короче, это все фармится вот так. Давайте так сюда отправим, вот так вот, сюда отправим. И пусть, вот я видел уже 40 миллионов, я уже получил это. 40 миллионов, 60 миллионов. Пусть вот посмотрите, ребята, сколько я уже получаю. 90 миллионов, ребята. Это просто уже нечто. Просто вот так вот будете стоять, фармить, и все, вы сможете уже очень-очень много монеточек себе открывать, ребята. Я думаю, это очень прикольно. Типа, вот так просто открываем, просто, ну, как, типа, открываем. Просто фармим, ребятки, и все.
Оп-оп-оп, ребят, 240, так, 260 миллиончиков. Просто посмотрите, ребятки, 280 миллионов, 300 миллионов. Просто посмотрите, ребят, мы уже сколько? Давайте сейчас, я думаю, миллиардов соберем. И просто, мы сейчас просто, я вам вот скажу шансы, вот на этом Купидона нового. Кстати, ребята, у нас добавили новые шансы на Huge Doodle Fairy. Так, вот, ладно, у нас, короче, что-то хватит. Так, давайте сейчас сюда перепортнемся. Вот так вот сделаем. Так. Так, все, теперь, ребята, идем у нас в новую локацию и попробуем, ребята, сейчас выбить нового хич питомца. Если что, так вы можете просто фармить, ребятки, и просто телепортируемся в эту локацию и просто открываем много яиц. Давайте сейчас, короче, у нас бусики все активированы. Давайте сейчас откроем 8 штук и посмотрим. Опа! Так, Леон, так, легендарочки нам новые выпали. Давайте сейчас снова открываем. Опа! Так, Леон, я хочу посмотреть статы новые, ребятки. Хочу посмотреть статы новых легендарочек и новых мификов, давайте. Так, открываем. Опа! Так, Леон, ага. Мне только Леон выпал, пожалуйста, мифик вы. А, кстати, Шани Купидон. Прикольненько. А, сейчас еще открываем. О, мифик! Радужный! Сразу же радужный мифик. Вот это мне повезло. Какие тусаты? 5 квадриллионов. Вот это нам повезло, ребята. 5 квадриллионов за вот такого питомчика. Просто с нифига, ребята, 5 квадриллионов. Вот тут, ну, прикольно, ребят. Прикольно, что они сделали. Сразу 5 квадриллионов. Вот такой радужный. Это намного больше, чем просто. А вот такой дудал агонии. А дудемовский, думаю, намного лучше. Кстати, давайте я вам теперь расскажу шансы на вот этого хич питомца. Шансы у нас 0.00005. Шансы вот такого хьюдж, в принципе, корги, ребята, купидон корги, ребята, просто, вот, я думаю, шанс очень хороший. Просто, ребята, вот такой фармите, просто берете вот эти вот коин мульти 2.8, просто запускайте всех питомцев, в принципе, все аккаунты, которые у вас есть, там, друзья, не друзья, также свои деньги просто запускайте, фармите таких, просто берете питончиков любых и фармите вот эти вот купидон коин. Посмотрите, это как прикольно умеет, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, вообще прикольненько, ребята, вот такая анимация питончика, это, я думаю, только первый питончик, у нас, кстати, вот такая прикольная фонтанчик есть, ну, блин, очень-очень мне нравится вот эта вот вся такая локация, давайте сейчас посмотрим, тут нету какой-то либо секреточки. Так, тут у нас ничего нету, но ничего, если вот, все, это ролик подходит к концу, если понравился видеоролик, все, лайк, подписка и колокольчик, и мы тебя прощаемся, всем пока-пока.